Более 8500 наблюдателей подготовлено для работы на выборах 2021 в Нижегородской области. Сегодня состоялось совещание, на котором обсуждалась их деятельность. Напомним, с 17 по 19 сентября нижегородцы будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а в 32 муниципалитетах еще и местных депутатов. Всю информацию о возникновении споров на избирательных участках наблюдатели будут отправлять в ситуационный центр, где быстро и оперативно будут реагировать на обращения. Кроме того, появится ряд новшеств, связанных с коронавирусом.